У меня завелись крысы. Я понимаю, проблема не новая, только мои крысёныши чуть больше размером и одеты, как тебе. Самая крупная из них — некая наконец-то Чика. Сделай одолжение своему фиксеру. Проведи дератизацию. Все данные уже у тебя. Ты как будто марафон бежал. Что случилось? Вроде крутой наемник, а все равно потею, как в парилке, когда с мамой по телефону говорю. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Надо же. Мы, считай, высшей лиги. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Мы это заслужили, Чика. Готовы пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь. Серьезно? Что? Это ж я тебе об этом рассказала. Че, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, детки? Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят они к тебе. Да. Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Ехо. Вот оно. Просто мой лучший отдых. Привет. Сердце Найт Сити. Садитесь, я сейчас подойду. Бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо! Может, даже Морган Блэкхенд. Наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. 2 текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть 2 Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. А сколько лет по смертию? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый, это тоже важно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Ах, херасе, какая красивая традиция. За то, чтобы мы разбогатели. И вошли в легенды. Кого еще тут можно выпить? Посмотри в меню. Тут одна позиция пустая. Для Моргана Блэкхенда? Ха, ну да. Морган до сих пор не может решить, умер он или нет. Ха, так никто ж не знает, что с ним. Столько лет прошло, думаешь, он жив? А что? Посмотри на бестию. Наемники того времени практически полубоги. Высоковатая цена за коктейль. Эх, все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Ха-ха-ха. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дэшон вас ждет. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо, ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эсте пинче типо. Да, эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что, наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка, звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос, мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по Комплексе Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Комплексе Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Юринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мне все ясно. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетранера и информацию? Хотите дальше торговаться? Эдди тут не главное, Джек. В смысле? У тебя крыша поехала, что ли? Интересно. А что, по-твоему, самое главное? Я хочу того же, чего и все. Чтобы меня запомнили. Чтобы люди даже 50 лет спустя приходили в бары и обсуждали мои подвиги. Хочешь заслужить репутацию, значит? Прекрасно тебя понимаю. Хорошо. За это дам 35%. И последнее. В кампэке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но, думаю, через неделю. Максимум 2. А нам что делать эти 2 недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готова ехать? Поехали. А чего ждать? Как чего? Богатство. Сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дел. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Являющаяся полностью автоматизированной системой командования. Как говорится в официальном сообщении правительства... Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Ха-ха-ха, дело набирает обороты. А чего ты так возбудился? Сейчас покажу. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он, хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Декс прям расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Эксельсиор. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию. На всякий случай. Да уж, я и сам вижу. Я тут жду важного звонка. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? Погоди, я возьму болта. Добро пожаловать в Комплекс Плаза. И еще раз, бронь на твое имя, Рамон. У вас встреча с Хаджи Метакия, который представляет оборонный отдел. Как скажешь. Добро пожаловать в Комплекс Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Комплекс Плаза? Я не буду ничего объяснять. Ни вам, ни кому-либо еще. Мне очень жаль, но у нас есть правила, так что все-таки придется. Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Йокосо. Здравствуйте и добро пожаловать в Комплекс Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метакии из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. О, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще Новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна? Уютный отельчик. Не то что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Комплекс Плаза. Привет! 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 А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура речи. Слушайте, может, вам уже хватит? В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Отлично. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Приведешь. Пошли, найдем наш номер. Нормальная маскировка. Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Ну что, мы пришли. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бат. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, ми аккуардо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть людей из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, Болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для милой уборщицы. А внутри простите, есть что проблема работы. Что еще? Раньше было ты хрена. Меня тут уборщица. Ну, хотя бы на чай оставил. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Нет справедливости в этом. Панель управления на террариуме. Вряд ли пригодится. Думаешь, он свободен? В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Ну это. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Смотрит всегда так игриво. В Бетхаусе живешь. Юринобу Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. Кэт, там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед, спасибо потом скажешь. Сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Я отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Кажется, я нашла проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Подключай болта к креслу.